У меня ужин. Если я хочу успеть поужинать, мне надо успеть посетить данное место с 7 до 8 вечера. Вот это, ой, как глазки светятся. Вот это у нас светит. Данное место могло бы казаться чуть ли не райским, если бы это место не было для меня тюрьмой. Любая ситуация, любое место, где вы находитесь не по своей воле, и у вас нет возможности ее покинуть, воспринимается как клетка.